Это у нас бинты. Кистевые бинты. Поняношки сегодня коленные. Ну, не всем понятно, может, обывателям непонятно. Ну, что ты можешь рассказать именно? Ну, во-первых, то, что многие ошибку делают, когда заматывают. Они заматывают ниже, то есть получается, оно ничего не держит. То есть заматывать нужно вот, чтобы оно накрывало ладонь немного. Вот, и таким вот образом. Когда оно хорошо держит кисть, то есть шанс травмироваться в кисти минимальный. Ну как вообще надевать? Это бинты, титаны, голды, да? Это голды, да. 30-сантиметровые. Да, лучше, конечно, если в экипировке, то ну, хотя бы в раза два больше. В экипировке давление больше, когда вот я у них 300 пробовал опустить, и, ну, ощущение не из приятных в кистях. Но для безэкипировочного самое то. То есть, чтобы долго не париться, долго не одевать, накинул короткие достаточно. А какие я пробовал кистевики? У меня есть еще грипперы еще кистевики есть. Желтые инзеры, да? Прорезиненные, которые. Ну да, вот они комфортные. В них, ну, на большой вес неудобно, конечно, ходить. А вот в тренировках хорошо. Бывает даже делать какое-то подсобное упражнение. Классно. И держат нормально уже много времени. Вообще считаешь альтернативным, какая длина будет? Чтобы можно и там, и там. В смысле, и тренироваться, и выступать. Ну, наверное, все-таки грипперы. В них постоянно можно, потому что мотаться. Выбрать там легче, тяжелее, там проще. То есть голдами жестко только идет. Потому что если слабо, оно даже держать не будет. Чисто только на жесткие подходы. Ну да, но тяжелые. А еще какие пробовал? Там много какие пробовал, но это основные, наверное, из тех, которые я использую. То есть самый лучший, который ты пробовал, ну, на твое мнение, это Inzer Gripper, да? Для соревнований это гол, для тренировок Gripper Inzer. А это другие линейки? Я пробовал стандартные инзеровские, которые, ну, красные, да? Синие вот эти вот, ну самые стандартные. Я не помню, как они называются. Такие вот красные? Ну да. Ну, Iron, да, если не ошибаюсь. И синие тоже похожи. И,
что можно сказать о них? Ну, я бы сказал, наверное, чуть похуже, чем гриперы в плане как для тренировок, а и похуже, как для соревнований. То есть все-таки гриперы тут первое место, да, думаешь? Я же говорю, на соревнованиях голды, на тренировках гриперы. Нужна экипировка для пауэрлифтинга? Fitness-trainer.com.ua. Высокий ассортимент товара от штангеток и бинтов до магнезии и аксессуаров.